Всем привет! Меня зовут Оля, и сегодня мы будем готовить рецепты, вдохновленные игрой «Моя кофейня. Рецепты и истории». Мне будет помогать Катя, кофе-тренер из JS Barista Training Center. Привет! Катя, что-то жарковато летом, и вот интересно, какие напитки сейчас популярны, именно летние? И с чем еще можно сделать кофе, чтобы было не горячо? Помимо молока и сливок, можно добавить и смешать кофе с газированной водой, соком, либо тоником. Ну, при этом, конечно, стоит добавить все равно льда, потому что жарко. Да, ну что ж, тогда я смотрю, у тебя здесь целый арсенал ингредиентов. Да, и... подготовилась. И я, пожалуй, даже не буду спрашивать, что у тебя там такое. А убегу, а потом попробую, что ты наготовишь. Чтобы удивить Олю, я приготовлю целых 3 варианта эспрессо-тоника. По порядку разберемся, где какие ингредиенты будут. Бокалы наполним льдом. Один эспрессо-тоник будет на основе газированной воды и сиропа. Второй – тоже газированная вода и сироп с другим вкусом. Третий – это апельсиновый сок. Приступим. Первый. И сироп ягодный. Второй. Сироп мятный. И третий добавляем апельсиновый сок. Сюда же нужно добавить порцию эспрессо. Готовим быстро, чтобы лед не успел растаять. Эспрессо готов, добавляем в наш тоник. Остается лишь украсить. Все готово. Екатерина, что это за дискотека у нас здесь? Это эспрессо-тоник на выбор. Какой желаете? Ну, надо пробовать. Начну, пожалуй, с апельсинового какого-то, потому что я вижу там что-то цитрусовое плавает. Да, это верно. Это действительно эспрессо-тоник на основе апельсинового сока. О, класс! Оставляю сразу же. Очень вкусно. Потому что я люблю цитрусы и кофе, я поняла. Они хорошо сочетаются, тем более такой кислотный кофе получился, поэтому... Да, клевый. Попробуем теперь средненький. Это мятный, да? Пахнет. О, газировочка. Ну, неплохо так. Но кофе с мятой мне нравится меньше, если честно. Но... Отлично. Это на любителя. Ну, классно. Освежает? Освежает, бодрит. Очень свежий из-за газировки и мяты. Переходим к моему любимому, потому что тут есть вишенка. Вишенки очень вкусные. А сироп здесь гренадин. О, класс, в игре как раз есть сироп гренадин.
Давай. О! И пахнет он вот. Больше всех мне нравится, как он пахнет. Ну, сладенький. Неплохо. Неплохо, но, если честно, то апельсиновый мне понравился больше всего. Может быть, можно поменьше сиропчика добавить? Ну, дело в том, что эспрессо-тоник на основе апельсинового сока, он более плотный будет, более насыщенный. Да. Потому что два остальных, они будут более водянистые. А, да. Ну что ж, ребята, как вы можете убедиться, сделать эспрессо-тоник очень легко. Вы можете добавить любые сиропы, соки, вишенки, фрукты. Добавить немного эспрессо, и ваш замечательный летний коктейль готов!